Всем привет, привет, дорогие друзья! И пока за окном идет дождь, дороги мокнут, а вот хомяки не мокнут, мы будем с вами играть в милейшую игрушку под названием Turn On. Я предлагаю нажать «Продолжить», чтобы долго не томить со вступлениями. Так, давайте вспоминать, на чем мы в прошлой серии остановились. Мы с вами остановились на беспорядках в городе. Как вы помните, у нас были беспорядки и с аттракционами, и в парке. И сейчас запахло жареным. Похоже, на улицах начались настоящие беспорядки. Ну хорошо, сейчас будем бороться с... Книжки сжигать. Ничего себе. Сейчас мы этому парнишке покажем. Поехали. Даже интересно, что у нас сейчас будет, как мы будем с ним сражаться. С каждым уровнем становится все сложнее и сложнее, друзья. Так, ну что, слава богу, здесь нам не надо далеко бегать. Как вы помните, на скорость у нас нет заданий. Так, тут у нас тупичок. Так, тих-тих. А, допрыгнули. Я уже боялась, не допрыгнем. Так, хоп. Аккуратненько. Товарищ, мы тебя спалили. Слушайте, это нам аж туда нужно будет? Ничего себе. Знаете, у нас уже действительно такие практически трехмерные уровни получаются. Так, здесь некуда. Зажигаем. Ага, ну, наверное, вот сюда надо. Поехали. Вот, мы, наверное, сейчас вот здесь будем перемещаться с вами. Так, надо нам повыше немножко забраться. О, лампочка. Блин. Неприятная ситуация. Так, поехали. Фонарик. Запрыгнешь, молодец. Капелька, искорка. Вот, теперь я понимаю, что у нас вот эти точки будут остановки для того, чтобы вы могли активировать передвижение, скажем так, для нашей этой машины. Так, поехали. Интересно, мы сюда допрыгнем? Допрыгнули. Светофор сломан. Вон там еще точка остановки. Сюда. О, здесь зажгли свет. И сюда. Светофор заработал. И это есть прекрасно. Так, поехали. Тут нас наш товарищ должен ждать, да? Ты нас ждешь, да? Правильно? Есть. Поехали. Великий ученый. Так, надо все зажигать. Причем нам за это дают бонусные очки, всякие достижения в Steam, если мы все зажигаем. Так, слушайте, а куда нам... А, вот, вот так мы смогли допрыгнуть. Надо здесь шлагбаум опустить. Зажгли. Кто это там рычит такой? Будем спасать библиотеку. Там молния. Молния осталась. Молния. Хоп. Готово. Мне аж страшно становится. Тихо. Прыгаем. Есть. Так, давайте, уважаемые, везите меня к библиотеке. Уху, чувствую, что мы сейчас будем с вами воевать. С этими несчастными хулиганами. Ну, мы сейчас им покажем, кто тут главный в городе. Так, кто тут у нас супергерой? Суперхеро. Чё, радуешься, что книги сжёг? Всё, что, на что ты способен? Так. Сейчас мы их тут всех напугаем. Свет зажжём. Слушайте, их тут много, оказывается. Так, дальше у нас пути нет. Сюда нам не нужно. Лампочка. Готово. Аккуратно. Аккуратненько. Есть. Так, наверх. Вот. О! Очканули, да, все? Мне нравится, ты с леечкой пришел. Как же это мило. Че ты бегаешь тут, товарищ? Проваливай быстрее. Так, и, по-моему, надо тех сейчас припугнуть, да? Те, значит, у нас не испугались, что здесь пожар начался. О, я же говорила, что не испугались. Еще один с леечкой пришел. Так, а у нас тут лампочка почему-то не зажглась. Или мне кажется? Вот, смотрите. Хоп. А. Ладно, она, видимо, гореть не хочет. Ну, не хочешь, как хочешь. Я насильно заставлять не буду гореть. Так, здесь мы все активировали, нам теперь нужно как-то наверх подняться, я даже знаю как. Иди-ка сюда, уважаемая искорка. И туда нам нужно. Library загорелась. Так, поехали.
Тихо, не застревай, пожалуйста. Все? Воу, прошли, друзья. И причем довольно-таки быстро. Молодец, наша капелька. Light lost! Верните свет! У нас целый митинг. Как обычно, сейчас будут обещать, да? Ну, как всегда, как в жизни. Сейчас капелька всем покажет. Я вас уверяю, это самый лучший супергерой. Сейчас нам нужно митинг поджечь, да? Так, ага, хоп. Не-не-не-не-не-не-не, стоп, мы там еще все не посмотрели. Так, опускаемся. У нас там есть еще, видите, вот, типа, как передний слой. Есть. О, тут много чего еще зажечь можно. Так, зажигаем. Оттуда пока можно зажечь. Это, наверное, туда, да, переместиться? Но нам пока туда рановато. Хоп. На каком вы языке разговариваете, уважаемые? Так, сюда нам не нужно, да? Хорошо, давайте чуть подальше попробуем перепрыгнуть. На следующий слой, скажем так. Посмотрим, что у нас из этого получится. Угу, смотрите, значит, нам нужно сюда. Машинка пока ехать не может. Сюда идем. И что произошло? Ага, сюда мы не можем залезть. Там у нас находится решетка. Поэтому нам нужно, вот вы видели, с той стороны тоже есть такие же переходики. Так, поехали. Хоп. Бежим, бежим. Ниже. Так, а сюда мы можем? Оп. Можем перепрыгнуть. Угу. Вот сюда нам нужно. Так, а в эту сторону нам нужно было. Мы с вами бонусные очки заработали. Давайте здесь пройдемся. Готово. Это, получается, возле полицейского участка уже, что ли? Так, тоже... О, лампочка зажглась! Все, добились митингующие. И машинка зажглась, кстати. Поэтому нам сейчас нужно будет возвращаться назад. Нет, не таким способом возвращаться. Ей! Я согласна, что ей. Ведь никто же не похвалит маленькую капельку, которая это все сделала. Эх. Хоп. Ой, тихо. Поехали. У нас, вы знаете, как это... У нее мороженщика напоминает. У нас так вот развозит. Ай, я подтонула мороженку. Ребятки, напишите, какое ваше любимое мороженое самое? Или какое самое необычное мороженое вы кушали? О, зажгли. Так, сейчас нам нужно эту платформу активировать. Так. Ого, сколько тут вариантов. Так, я предлагаю сначала нижнее пройти. Вот видите, у нас здесь тупиковый. Значит, сейчас проходим вниз. Идем, идем, идем. А, вот наша платформа поехала. Чудненько. Так. Поехали по этому рядику пройдемся. Ага, значит, с этого ряда мы можем попасть туда. Таран-тан-тан-тан-тан. Вот, а мы, подождите, а если мы так полезем? Нет, тут нет никакого резона здесь ехать. Давайте сюда. Где наша платформа? Сейчас покатаемся. Поехали. Оп, лампочка. Ты будешь гореть, надеюсь? Или ты будешь... Ну ладно, мигай, так мигай. Перепрыгиваем. Я думала, часы сейчас пойдут. Еще одна лампочка, но это хоть уже не мигает. Это хоть починилось. Так, ага, вот куда мы можем с вами. Давайте сначала сюда. Оу. У нас открылось достижение, а который час? Так. Вот еще один. Слушайте, а чего это у нас все отключилось? У нас же горела тут лампочка. Упс. Видимо, мы что-то не то, да, активировали? Пока никто не видит, у нас опять-таки новое достижение. Ну что, предлагаю двигаться дальше. Копс. О, сейчас, наверное, будут беглые преступники, что ли? Что тут у нас? Не надо так плакать. Ладненько, сейчас будем и там энергию восстанавливать. Город просто не может без нашей капельки. Так, назад нам путь заказан, значит, нам назад нельзя.
Хорошо. Передвигаемся. Так, слушайте, а вниз, 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 вниз? Ну, мы вниз, наверное, сейчас никак не допрыгнем, да? Давайте пройдемся по этой части. Берем. Собираем. Собирай, пожалуйста. Дождик еще идет, блин. Как у меня за окном прям. Так, копс. Я вангую, что эта надпись копс должна загореться. Слушайте, а что у нас искрит? Это потому что мы под дождем, что ли? Так. Вот, наверное, вот сюда мы сейчас упадем. А надпись не загорелась, да? А, чуть ниже. Надо вот это поджечь. Идем, идем, идем. Так, тихо. Бум. Упали. Значит, сейчас нам нужно как-то вот сюда, да, допрыгнули. Значит, мы и сами можем допрыгивать. Так. Так. Идем сюда. Здесь мы уже ничего активировать не можем. Хорошо. Фонарик. И прыгаем сюда. Так, нам нужно в любом случае к вот этому щитку. Но сначала я думаю, что нам нужно вот тут пособирать искорки молнии. Мне очень нравится наш главный герой. Знаете, вот такой вот яркий, неоновый, приятный глазу персонаж. Так, ну давайте здесь активируем. Прекрасно. Значит, копы у нас будут работать сегодня. Несмотря на то, что дождь и электричество у нас отсутствует, мы им уже гараж открыли. Так, у нас тут сейвик проходит. Оп. Вот сюда нам можно упасть. И здесь у нас, как вы видите, тупичок. Бум. Упали. Ну ничего, бывает. Главное, что мы не красненькую молнию съели, потому что тогда было бы очень плохо. Слушайте, а здесь у нас что? Давайте вот... Ага, вот так аккуратненько упали. Так. Туда тоже, получается, можно забраться? Подождите-ка, а здесь у нас тупичок, да? Да, нам нужно обратно возвращаться. Так, здесь мы вернуться не можем. Слушайте, а как нам вернуться? Интересный вопрос. А, вот здесь, точно. Я думала, что нам уже умирать надо. Не падай, пожалуйста. Ну, идемте поверху, пройдемся. По-моему, там, правда, не было... А, нет, есть дорожка. Пардон. Хоп. Так, иди сюда, молнию бери. Поехали. Че ты угораешь там? Че все угорают? А, ты плачешь? Вот оно что. Господи, там, по-моему, какие-то детские голоса-то. Так, я вижу, что мы там молнию с вами упустили, но... Возвращаться уже как-то не очень хочется. Так. Это мы выпускаем всех? Капелька, по-моему, ты немножко ошиблась. Слушайте, мне кажется, ли мы что-то не то сделали-то? Почему мы их освободили? Или это незаконно посаженные, невиновные, на самом деле, людишки? Так, вон там, видимо, у нас конец, но мы же с вами еще не всех выпустили. А, тихо. Фонарик надо зажечь. Тебя надо выпустить, наверное. Мадам, что вы там забыли в клетчатой рубашке? Это у нас, кстати, достижение сразу дало, вот это открытие клеток, оно называется амнистия. Ну, надеюсь, мы все правильно сделали. Будет забавно, если мы сейчас за ними всеми будем гоняться. Идем сюда. Слушайте, ну и левел. Ага, вот сюда нам нужно. Это не я. Я тут ни при чем. Так, слушайте, а теперь надо понять, что нам нужно сделать. Надо нам сюда, наверное, упасть. Не-не-не! Я не хочу пройти. Подождите, я, наверное, сейчас быстренько перепройду, потому что, ну, мы не все посмотрели. Сейчас перепройдем быстренько. Выпустила я наших друзья-заключенные. Заключенные, друзья мои заключенные. Заключенных я выпустила, и сейчас я хочу посмотреть, какой же у нас есть вариант, если мы не будем трогать вот эту штукенцию, которая открылась после того, как ее сбила катушка большая. Так... Значит, нам нужно аккуратненько сейчас здесь пройти. Надеюсь, у нас получится. Может быть, конечно, я не права, и это, в принципе, в сценарий наш не входит. Так, а куда-то мы наверх идем? А никуда? Ага,
Здесь мы можем, хоп, лампочку включить. Можем вот так спуститься. Так. Вот сейчас падает наша катушка. А зачем нам, интересно, подниматься наверх? А, смотрите-ка, ребятки, а мы, значит, что-то не активировали. Раз она ее не спихивает. Хорошо. А в чем же у нас проблемка заключается? Давайте смотреть. Так, вот мы можем сюда наверх подняться. Смотрите, здесь мы тоже, помните, с вами не активировали. А, это просто у нас, получается, сейф проходит. А, мне кажется, что вот тут, смотрите, мы еще что-то не сделали. Вот по этой верхней части я вроде ходила, не ходила. Или, скорее всего, по нижней. Так, вот сюда давайте дойдем. Светит. Хм, даже стало интересно, на чем мы могли с вами застопориться. Тихо. Блин, а туда мы запрыгнуть можем. Это хорошо. По-моему, что-то сверху забыли сделать, нет? Сейчас проверим. Опять-таки возвращаемся наверх, будем смотреть, что мы не активировали. Может, мы реально что-то не заметили? Так. Аккуратненько. Да, у нас тут остаются, конечно, молнии, но... Мы сейчас не стремимся тут забрать все прям уж. Так, вот сюда можно. Так, здесь мы с вами сохранились. Что есть, уже хорошо. Ага, сюда мы не можем забраться. Окей, здесь тоже нельзя нам проходить. А если мы сейчас пройдем... То есть катушка должна в любом случае сбивать вот этот щиток. А давайте поднимемся на нашей платформе, посмотрим, что там было. Платформа. Куда вы нас принесете? Так. Может, нам нужно... Странно, я думаю, может, нам как-то сбить нужно эту штуку. Хм, странности какие. В первый раз это называется получилось, во второй раз получаться из принципа не хочет. Ладно, будем сейчас думать, что же мы с вами не включили. Хм, вроде все активировано на всех уровнях. Может, мы что-то вначале не активировали? Такой вариант тоже возможен. Можно было что-то быстренько проглядеть, и все. И иди переигрывай чуть ли не весь уровень. Так, ну, здесь у нас вроде все включено, правильно? Вроде бы да. Странно, что оно его не сбило. Оно должно было его сбить. Хм. Ну вот смотрите, прямо на начало вернулись. Давайте вместе посмотрим, подумаем. Здесь мы были. Здесь я надпись зажгла. Здесь у нас фонарики горят, это мы тоже штуку активировали. Куда бы нам дальше отправиться? Так, ну если я сейчас с вами пробегусь и я ничего не увижу, то я думаю, что мы перейдем с вами на другой левел, потому что, честно говоря, я не понимаю, в чем проблема, почему катушка не катится. Скорее всего, мы какой-то щиток не активировали. Но какой конкретно? Я что-то не особо вижу. Здесь все готово. Здесь все горит. И здесь все горит. Хм. Вот странности какие. Либо я уже просто под конец дня не такая внимательная и могу просто что-то не заметить. Так, здесь мы были. Тебя никак сейчас спросить нельзя, уважаемая? А-а. Смотрите, не получается. Печалька. Ладно. Сейчас тогда будем переходить на следующий левел. А следующий левел у нас называется «Небесная погоня». Вертолет заметил тебя. Двигайся в сторону небоскребов. Небоскребов? О-о-о. Мой любимый левел, там где бегать надо, да? О-о, друзья. Я уже плохое предчувствие. Поехали. Что уж там. От трамвая мы с вами убегали. О-о. О, веселуха начинается. Еще тут туман добавился, смотрите. Не туман, даже облака скорее. Давайте попробуем аккуратненько пройти. Если у нас первый раз... Что-то я там говорила, да? В общем, сейчас еще разочек попробуем. Если не получится, то я думаю, что, наверное, перенесем на следующую серию. Так, аккуратно. Понимаете, тут целая тактика с этими прыжками. Прыжками и ужимками. Понапрасну лучше не забирать эти зеленые штуки. Зеленые молнии. Потому что в противном случае вы их один раз забрали, и все, вы больше их взять не сможете. Так, аккуратно. Это я сказала не забирать, да?
Ой-ой-ой. Слушайте, меня уже в пот бросает. Я надеюсь, что у нас получится. Хотя бы до чекпоинта какого-нибудь дойдем. О-оу. Я всегда нервничаю, когда начинает ускоряться. Ох, ухонюшки. Так, аккуратненько. Я тебя прошу, уважаемая капелька, будь аккуратной. А ребятушки скрестят пальчики, чтобы тебя поддержать. Правда, ребятки? Я вижу ваши пальчики. Ваши пальчики помогут нам сейчас избежать этого злобного вертолета. Так. По-моему, опять ускорились, да? О-оу. Знаете, туман тут немножко мешает. Точнее, облака, или это облака с туманом. Тихо, не надо было прыгать. Когда вы делаете здесь прыжок, велик шанс, что вы можете его повторно, ну, не сделать. Как вам объяснить? То есть, допустим, один раз вы прыгнули, и сразу же вы не можете подпрыгнуть. То есть надо четко рассчитывать ваши прыжки. И не прыгать понапрасну, вот как я сейчас делаю. Вот то, что я и говорила, друзья. Ну ладненько, давайте еще разочек. Не попали. Ладно. Окей. Окей. Еще раз аккуратненько. Я даже не поняла, на каком этапе мы с вами остановились. Мы хоть половину прошли, я надеюсь. По-моему, я здесь уже была. Вот, видите, не заметили. И все. Так, ребятушки, я думаю, что мы продолжим уже в следующей серии, потому что вы знаете, как эта серия мне выносит. Ну, не эта серия, а точнее вот эти наши политушки-покатушки на скорость выносят мне мозг и взрывают. Поэтому я думаю, что мы будем его взрывать в следующей серии. Я надеюсь, что вам нравятся подобные игры и вы хотите их больше на канале. Поэтому не забывайте ставить лайк. Мне будет очень приятно. Спасибо, что смотрели, что болели за нашу капельку. Всем хорошего настроения, удачи и добра. Пока-пока, друзья.